Это программа «Игра в классики». Программа о людях, которые играют в игры, и об играх, в которые играют люди. Говорим об актуальном, вспоминаем классику. Меня зовут Платон Беседин. Добрый вечер. В начале 2023 года два важных объявления. Во-первых, теперь программа «Игра в классики» выходит по пятницам в 19:45. Во-вторых, по итогам 2022 года наша программа была награждена, удостоена премии «Журналист года». Собственно, за это я хотел поблагодарить вас, дорогие зрители. Ну а теперь, собственно, к программе. Как говорится в мультипликационной классике, ну какой Новый год без телевизора? С нами будете его встречать? Не уговаривайте. Сейчас в наше время главное украшение стола. Что? Цветы. Кости. Телевизор. А он у вас паутину показывает. И действительно, ну, не знаю, без телевизора в Новый год как без салата оливье, честное слово. Другой вопрос, что действительно смахнуть вот эту самую паутину с телевидения определенно давно бы стоило. Годами, да что там, десятилетиями телеканалы показывают нам одних и тех же людей, которых периодически разбавляют, ну, как бы новыми лицами. Однако в феврале 2022 года началось то, что началось. И так называемые звезды, или как их еще величают, селебрити, проявили себя, ну, скажем так, мягко, с сомнительной стороны. Вдруг выяснилось, что те, кто сыто жил за счет государства, получал от него блага, награды и почести, это самое государство не поддерживает. А подчас и всячески ненавидит и осуждает. Проблема тут, друзья, еще в том, на мой взгляд, главная проблема, что в своих критических экзорцисах эти люди скатываются в нападки. Причем в нападки не только, а может быть и не столько на государство, сколько на страну и на народ, ее населяющих. На мой взгляд, выглядит это мелочно и пошло. Ну а вот после громких заявлений стартовал отток этих самых «звездных» в кавычках критиков за границу, где вскоре выяснилось, что они там нужны, ну не так, чтобы слишком, а подчас и совсем не нужны. На этот счет очень верно высказался Виктор Пелевин, что русский художник Западу, художник в широком смысле, что русский художник интересен Западу исключительно на родине, как таран для существующей системы. То есть в политических историях. Сложно не согласиться. Да, конечно, кто-то наивно посчитал, что с отъездом этих самых селебрити за границу они исчезнут из поля зрения. На самом деле, все эти звездные господа и дамы регулярно напоминают о себе. И по факту селебрити, выступившие против своей страны, никуда не исчезли. Они лишь временно легли на дно, и причем на весьма сытое и комфортное дно. И новогодние программы, все эти, знаете ли, голубые огоньки, тут должны были стать лакмусовой бумагой. Так что, друзья, вот мы посмотрели за новогодним столом все эти концерты, программы. На ваш взгляд, друзья, произошли ли реальные изменения? Или все это лишь косметические правки? На мой взгляд, ну это подчеркну лично на мой, ну скорее второй вариант. Скорее просто косметические правки. То есть мы увидели, в общем-то, тех же персонажей, что и раньше, но в несколько, может быть, видоизмененном варианте. Отодвинутыми в сторону, что называется, оказались лишь самые одиозные фигуры. Ну что тут скажешь, вот этих самых героев, самые состоятельные их почитатели, опять же в кавычках, пожелали увидеть в приватной, скажем так, обстановке, хорошенько им заплатив. И вот тут не обошлось без скандала. Ну, в частности, отметился, например, подчеркну, например, не хотел бы концентрироваться на личностях, но как пример, Валерий Меладзе, да? Ну, вы, возможно, знаете эту историю. На одной из вечеринок он заявил героям слава, отвечая одному из зрителей на бандеровский лозунг. Потом, конечно, Меладзе оправдывался, мол, ну что вы, я же артист и так далее и тому подобное.
Вот мне просто интересно, вот если вы, допустим, правда, да, что фашисты выжили, нацисты собрались где-то в бункере в Антарктиде, и представим картину, туда позвали Меладзе. Интересно, он как артист зиганул бы или нет? Такой себе вопрос. Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает. Любопытно, кстати, что на том же мероприятии отметился и, казалось бы, патриот из патриотов Олег Газманов. Вот он на призывы поддержать Украину так толком ничего и не возразил. Что-то там неубедительно отвечал из серии «Ребята, ну дайте отдохнуть». Спрашивается, а как же убеждение, а как же патриотизм, а как же все эти словеса? Конечно, отметился и Максим Галкин, как я уже сказал, признанный ранее иноагентом, отметился все в тех же Эмиратах и повторил подвиг Меладзе. Все тот же, в общем, лозунг, где он уважил этих самых героев в кавычках. В общем, это, друзья, лишь некоторые деяния этих самых селебрити. Ну а теперь мы должны перейти к главному. Но на самом деле еще раз скажу, что имен гораздо больше, и, как сказано в Писании, имя им легион. И опять же, да, что мы могли ожидать? Разве могли мы ожидать чего-то другого от этих самых легионеров? Ну, что бы они сделали? Ну, прочли лекцию о фашизме или напомнили бы о том, как утюжат Донбасс вот уже 9 лет. Ну, честно сказать, сомневаюсь, что они на это бы решились. Так вот, тут есть очень-очень важный момент, как я уже сказал. Едва ли не каждый из таких селебрити оправдывает свои поступки, на мой взгляд, недопустимые поступки, высказывания, бегство и прочее, тем, что они против войны, вот что они пацифисты, что они за мир во всем мире. Но, друзья, ну согласитесь, ну нельзя быть пацифистом выборочно, так не бывает. Вот как тут можно молчать о жертвах, а тут вопить во весь голос? Ведь, согласитесь, в пацифизме, да как и в любом другом деле, важна прежде всего последовательность. Но ведь все эти звезды молчали, ну, фактически они молчали, когда обстреливали Донбасс, когда сжигали людей в Одессе 2 мая 2014-го. Где был их пацифизм? Вот вопрос. О, блядь, это жулики. Однако вернемся к этим самым новогодним корпоративам, празднествам и к развлечениям в целом. Вот смотрите, и Меладзе, и Газманов, и, не знаю, какая-то Глюкоза, которая, к слову, заявила, что Крым – это Украина, а после в Крыму выступила, тоже парадокс. И десятки других – это, конечно, по сути своей халдеи. Пусть и очень статусные, высокооплачиваемые, но халдеи. Слуги слуг, как сказал бы Курт Кобейн. А вот первоочередная или первоочередная проблема здесь в том, что их кто-то заказывает, кто-то им платит, кто-то их хочет видеть. То есть вопрос в обывателе, в потребителе. И вот о нем, об этом самом обывателе, потребителе, говорят куда меньше. Предпочитают сосредотачиваться на артистах. Однако, друзья, давайте задумаемся, кто эти люди, которые требуют от Меладзе, от Газманова сказать там «поддержи Украину, поддержи ВСУ». Кто эти люди? Тут я себе позволю еще одну цитату из Пелевина, что-то я сегодня по Пелевину, но тем не менее. Как он писал? Публика была самая разношерстная, но больше всего было, как обычно случается в истории человечества, свинорылых спекулянтов и дорого одетых эскортниц. Весьма точно надо сказать, хоть я и заменил последнее словцом. И действительно, эти свинорылые спекулянты, эти эскортницы веселятся и беснуются, когда там на фронте сражаются наши парни. Когда они в грязи, в холоде, в отваге, в боли, в опасности, а вот эти беснующиеся в угаре и неадеквате. Вот как так получается? Что это за когнитивный диссонанс? Что это за раздвоенность общества? Да, я уже говорил, к слову, об этой раздвоенности в одной из своих программ. И что это за позорники, которые требуют проорать «Слава Украине»? Совершенно наглый, отвратительный кич, сводящие на нет в данном контексте любые разговоры о патриотизме. Василий Розанов, русский гений, о котором я сделал отдельную программу, еще, если я не ошибаюсь, в начале 20 века писал о тлетворном влиянии всюду просочившегося искусства кабака. Ну, в современном варианте я бы добавил так – борделя и кабака. Но еще раз говорю, критикуя артистов, мы очень часто забываем об этом самом обывателе.
о том, что есть вот этот мещанин во дворянстве, который захапал денежек и ничего кроме этих денежек не видит. И вот он платит, вот он заказывает музыку, в общем, он служит мамоне, а там где-то воюют. А этот обыватель плещется в шампанском и в крови. Да, Владимир Маяковский блестяще об этом писал, тоже, кстати, в начале 20 века. Помните это знаменитое стихотворение? «Вам, прожигающим за оргию, имеющим ванну и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию говорить со страниц газет?» Ну, я по памяти цитирую. Да, и Леонид Андреев в своем «Красном смехе», и Николай Лесков в своих рассказах блестяще показывали вот эту лицемерную, отвратительную раздвоенность общества. Так чему это я? Конечно, не к тому, чтобы завтра отправить всех там артистов на фронт, раздать им автоматы, не к тому, что мы должны отменить все там мероприятия, развлечения, программы. Нет, речь не об этом. Речь лишь об уместности происходящего. Понимаете? Вот есть такая мудрая православная фраза, скажу ее вот сюда. Грех – это то, что сделано не вовремя и не к месту. Вот что такое грех. И на данный момент, как очень верно заметил культуролог Павел Сурков, вот зритель воспринимает артиста, состоятельный зритель, воспринимает этого артиста как дрессированную обезьянку, которой можно приказать делать что угодно. Петь, танцевать, кричать бандеровские лозунги. Потому что платишь и потому что есть чем платить. А следовательно, лишь деньги, как эквивалент власти, как эквивалент успеха, которому поклоняется современное общество, имеют значение. Так можно ли, друзья, при таком подходе выстоять в той войне, что сейчас идет? Победить тот самый Запад, вызов которому якобы был брошен в феврале 2020-го? Чем это в принципе отличается от западной, дарвинистской, либерально-рыночной, протестантской модели, которая, ну, будем откровенны, давно пересажена на нашу почву. Причем пересажена не в лучших, а в худших проявлениях. Тут слово я опять напоминаю о романе Тургенева «Дым». Вот почитать бы его тем, кто заимствует. Но они, конечно, не читают, они так, по банковским выпискам и сайтам услуг. Это какой-то позор. Однако есть и другой момент о селебрити. Вот понимаете, очень долго друзья нам рассказывали, что селебрити – это такие себе влиятельные люди, мнение которых что-то дозначит. Их, знаете, водили по всем этим шоу, как медведей в цирке. Их спрашивали по каждому поводу. Да, очень точно сказал Лимонов о том, что на место героев в обществе, похожем на дисциплинарный санаторий, в обществе антиутопии, вот вместо этих героев есть селебрити. Однако, смотрите, очень скоро, да, как только случилась кризисная ситуация, выяснилось, что эти селебрити, что эти элиты, они абсолютно пусты и бездарны, а главное, они не выполняют своей функции. Ладно, ну так уже получилось, да, скажете вы мне. Что теперь делать? Вечный вопрос. Вот Чернышевский молодец. Что делать? Ну, знаете, на мой взгляд, здесь мало сказать, вот этот плохой, а вот этот хороший, знаете. Более того, я не знаю, черные воронки в стиле 37-го года вряд ли нам помогут. А вот что нам нужно? А нам нужна новая система координат. Это важная мысль. Новая система координат с новыми героями. И смотрите, их не надо искать, они уже есть, они уже стучатся в двери общества. Просто приоткройте двери, пустите их. Иных вариантов, на мой взгляд, у нас просто нет. Потому что это, вот эта система координат новая с новыми героями необходима для нашего, я подчеркиваю это, для нашего с вами выживания. И как я говорил еще в феврале 2022 года в одной из своих программ, спецоперация на Украине, специальная военная операция на Украине неэффективна без специальной культурной операции. И сделать это нужно было еще вчера.
Это была программа «Игра в классики». Меня зовут Платон Беседин. Напоминаю, что теперь мы выходим по пятницам в 19:45. Ну, а я, как всегда, говорю, что берегите себя, помните, что жизнь только подражает литературе. Удачи вам, любви и терпения. Пусть 2023 будет светлым годом.